счастливые числа у вас есть, скажите? 13, 17, ну, семерка. Семерка. Тройка, семерка, туз. Пардон, 11. Как часто нужно принимать участие в государственных лотереях, чтобы наконец-то повезло? Кто-то один билет возьмет и выигрывает. Везет людям. А кто-то берет пачками. Но все равно надо просто не падать духом. У меня есть один вопрос к вам еще. На что бы потратили 1 миллион рублей, если прямо сейчас его выиграете? Слетал бы к дочери, к внучкам. А где они живут? В Австралии на данный момент живут. Только что я познакомился с распространительницей. Это Оксана Штыкова. Здравствуйте, Оксана. Здравствуйте. Ну и сразу же первый вопрос. Я у вас уже провел какое-то время. Я обратил внимание, как вы общаетесь с вашими посетителями, с нашими постоянными участниками. Вы всех знаете по имени-отчеству. Как это возможно? Ну, это постоянные играющие. Их знаешь всех по имени-отчеству. Но потом, как говорится, любимые игроки. Скажите, а какой у вас стаж? Вы давно работаете? Ну, давно. 16 лет. 16 лет? Да. Про лотерею вы знаете все? Все. Какие были самые крупные выигрыши на вашей точке распространения? У нас крупные выигрыши были и 7 миллионов. По миллиону у нас практически каждую неделю выигрывают люди. И в этом году у нас на Новый год был крупный выигрыш 54 миллиона. Это 6 из 45? Да. И игрок выиграл даже не 6 чисел отгадал, а 5 чисел. Это такая крупная сумма. Нужно прежде всего верить в лотерею. Я всегда говорю игрокам, нужно верить. Вот у меня ходила одна женщина, приходила и мне говорила, я обязательно выиграю. И представляете, буквально месяца через 2-3 она позвонила, я выиграла. Она выиграла на самом деле 80 тысяч у нас. Вот. И, в общем-то, была очень-очень счастлива. И до сих пор ходит, кстати, играет. А вы сами принимаете участие? Конечно. Я вот, например, на своей памяти выигрывала 100 тысяч. Вот это да. Да. Оксана, спасибо большое за интересный рассказ. Уважаемые участники, жители Самары и просто те, кто проездом, всем советую посетить пункт распространения билетов государственных лотерей на проспекте Ленина, дом 12А. И здесь, в торговом центре, вы найдете Оксану Штыкову, которая вам все расскажет и все покажет и научит принимать участие в лотереях. Приходите, мы вам будем очень рады.